जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरिधारी राधा ललित माधव जी की जय। ईश्वर पूरे प्रभु प्रदो सत्य जय ध्वनि हर्ष सस प्रदो तवा ईशन जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरिधारी राधा ललित माधव लाल जी की जय। राधा रमन बिहारी राधा विनोद बिहारी राधा नयन बिहारी जी की जय। जय राधा दमदार जय राधा गोविंददेव जय सचनंद हरि की जय। कृष्ण बलराम महाराज की जय। श्री गौरे योगमय पूर्णमासी देवी की जय। ओम विष्णुपाद अष्टत्रिशत श्री श्रीमद् भक्तिदान्त मनुसंन गोस्वामी महाराज की जय। ओम विष्णुपाद अष्टत्रिशत श्री श्रीमद् भक्तिदान्त मनुसंन गोस्वामी महाराज की जय। Нитилил Прайштам Вишнапада, что трешата Шишиматра, Пануга Чаривари Бхактиданта Нараяна Гусайма Махарадж ки джай. Нитилил Прайштам Вишнапада, что трешата Шишимат Бхактиданта Гусайма Махарадж ки джай. Нитилил Прайштам Вишнапада, что трешата Шишимат Бхактиданта Трикрун Гусайма Махарадж ки джай. Нитилил Прайштам Вишнапада, что трешата Шишимат Бхактиданта Вамна Гусайма Махарадж ки джай. Нитилил Прайштам Вишнапада, что трешата Шишимат Бхактивай Павапури Госвами Махарадж ки джай. Нитилила Прайштам Вишнапада, что трешата Шишимат Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж ки джай. Нитилила Прайштам Вишнапада, что трешата Шишимат Шрила Гаура Говинда Свами Махарадж ки джай. Нитилила Прайштам Вишнапада, что трешата Шишимат Бхакти Веданта Свами Махарадж ки джай. Нитилила Прайштам Вишнапада, что трешата Шишимат Бхакти Ракшакшитар Госвами Махарадж ки джай. Нитилила Прайштам Вишнапада, что трешата Шишимат Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж ки джай. Нитилила Прайштам Вишнапада, что трешата Шишимат Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур Джагат Гуру Шрила Прабхупад ки джай. Бхагавата Правар Шрила Гаура Кишора Дас Бабаджи Махарадж ки джай. Саптам Госвами Сат Читананда Шрила Бхактинод Такур ки джай. Вайшнава Сарвабхаума Шрила Джаганнатха Дас Бабаджи Махарадж ки джай. Шри Гауди Веданта Чари Шрила Бхудева Джабхушана Прабху ки джай. Шрила Вишната Чакварти Такур ки джай. Шрила Нарота Мишинивасу Шримананда Прабхутрая ки джай. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами Пад ки джай. Шри Рупа Санатана Бхатта Рагунаша Джива Гопала Бхатта Даса Рагунаша Ад Госвами Прабху ки джай. Шри Сварупа Дамодара Рай Рамананда Диша Гора Паришада Вринда ки джай. Намачари Шрила Харидас Такур ки джай. Премя Сакахо Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда ки джай. Шрила Ишвара Парипад ки джай. Шрила Мадхавендра Парипад ки джай. Шри Антра Дейп Майпур Симата Дейп Кодрама Дейп Мата Дейп Кола Дейп Рита Дейп Джана Дейп Мода Драма Дейп Радра Дейп Атма Кашинава Дейп Адахама ки джай. Шри Рада Кришна Гопа Гопи Гоа Гвардхана Пада Шанта Каши Раджа Мандала Ки Джай. Шри Шема Кунда Рада Кунда Имуна Ганга Туласи Бхакти Деви Ки Джай. Саравиша Врата Шри Гирирач Махарадж Ки Джай. Шри Гопешра Махадев Ки Джай. Шри Мати Вринда Деви Ки Джай. Шри Джаганатха Бладева Сападра Сударшан Чакра Чу Ки Джай. Саравигна Винашана Шри Нриси Махабхаван Ки Джай. Бхакта Правара Шри Прохлада Махарадж Ки Джай. Чара Дхама Чара 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 Сампрадая Вринда Ки Джай. Шри Панага Гауди Бажана Стали Шри Кришна Баларама Мандир Ки Джай. Шри Раса Шури Вриндавана Шри Карти Кешвари Шри Мати Рада Такурани Ки Джай. Бхакта Вацали Бхагаван Шри Кришна Чандра Ки Джай. Ананта Коти Вайшнава Вринда Ки Джай. Шри Хринам Санкиртан Яги Ки Джай. Сангада Бхакта Вринда Ки Джай. Агоура Примананде. Харипур Бхактас ки джай. Тер пани над прабу. Сама. Агьяна Тимирандасья Агьянанджана Шалакая Чакшуран Милитам Яна Тасмай Шри Гураве Нама Гураве Гора Чандрая Радикая Тадалая Кришная Кришна Бхактая Тад Бхактая Нама Нама Панчакалпатурубьяща, крипа синдубья евача, патитанам паванебьо, вайшнавебьо, намо нама. Анандалиламая виграхая, мабадивича висундарая, тасмай маха премараса прадая, чайтанья чандрая, намо намасте. Нитьянанда намастубьям, премананда прадайне, калокалмашанашая, джаннавапатае нама. Раджануламбита буджока накавадату, санкиртанай капитарока малая такшо. Вишвамбаро, Дюджаваро, Джугадарма Пану, Ванде Джагат, Гриву, Карунаватару. Канака Джаладагатро, Нила Шона, Абджанетро, Мригамадавара Бало, Малати Кундамало, Тарала Таруна Вишо, Нила Питамбаришо,
Smarani Britani Kunjai Radhika Krishna Chandra. Smarani Britani Kunjai Radhika Krishna Chandra. Tvaivasmi, Tvaivasmi, Najivami Tvaya Vina. Iti Vigyai Radhi Tvam Naimam Charanantike. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadatara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Прежде всего мы бесчисленные дандавата пранамы лотосным стопам Шрила Гурудева Нитирила Правишта Ом Вишнупад Астутра Сата Шримад Бхактивиданта Нараяна Госвами Мараджа Сейрупану Гагудия Гуру Варги моим шикшагуру, дорогим преданным гостям в Харипуре, в Харькове, Дандават Пранам. Что же, два дня предшествующих Вьяса Пуджа Шрила Гурудева, как раз день явления Шрилы Бхактивиданты Трикрам Махараджа, он предшествует обычно, мы вчера его праздновали. Волей судьбы в этот раз мы будем праздновать Вьяса Пуджу раздельно, хотя могли бы вместе, но мы будем в Тернополе, и мы желаем вам очень хорошего праздника, замечательного прославления Шрилы Гурудева. Говорится, что жизнь преданного в течение года между Вьяса Пуджей и следующей Вьяса Пуджей – это самоанализ. Что я сделал для Гурудева? Чего я достиг в бхакти? Или, может быть, я что-то упустил? Да, тоже возможно. Аништита Баджана Крия, что делать? Иногда шагаешь вперед, иногда шагаешь назад. Замечательно, когда твой Гурудев на планете, тогда ты можешь говорить с ним непосредственно, прямо. Помните, какие это были золотые годы, когда мы приехали к вам тогда, в 2009-м, все эти скайповые инициации, и мы так звали людей к Гурудеву, и огромное количество народу увидело его и услышало. Это было так потрясающе. Сегодня утром мне довелось дать лекцию для китайских преданных, как раз перед Вьяса Пуджей, послезавтра у них китайский Новый год, поэтому они не смогли бы в этот день, да, многие празднуют и так далее, не смогли бы собраться на электронную лекцию, поэтому по горячим следам. Я хотел бы как-то прославить Шрилу Гурудева, насколько это в моих силах, предварительно, опять-таки, это Адивас-титхи, то есть день накануне, два дня накануне, и мы уже начинаем прославлять Шрилу Гурудева. Так получилось в этот раз, что порядка 10 или 12 дней мы постоянно обсуждаем принцип Шри Гуру. Дай свой песник, песник свой, дай свой. Ага. И Шрила Гурудев был олицетворением вайшнаваты, качеством вайшнава, качество вайшнава. Мы сегодня будем говорить об этом, в принципе, кто такой вайшнав и как нам стать вайшнавом. Но я хотел бы немного остановиться на том, что Шрила Гурудев дал этому миру и какова его концепция. Концепция Шрилы Гурудева совершенно потрясающая. В 2000 году, когда он прилетел в Москву, он сказал одно. Он сказал, многие говорят, что Шрила Нараяна Махарадж сахаджио. Но я вам скажу другое. Если я сахаджио, о, тогда Шрила Рупа Госвами точно сахаджио. И сам Шри Чайтанья Махапрабху точно сахаджия. Сахаджия – это человек, который подходит к процессу бхакти очень дешево. Он думает, что не стоит применять особых усилий для того, чтобы достичь продвижения. Можно сохранять материальные привязанности и так далее. И недальновидные люди обзывали Гурудева сахаджией в те годы, потому что Гурудев говорил на возвышенные темы. Сахаджия, он сохраняет материальные привязанности и говорит на возвышенные темы. А Гурудев спросил, если я сахаджия, что? Я привязан к чувственному наслаждению? Я пью алкоголь? Мне нравится чувственное наслаждение? Вовсе нет. Все смеялись, в Москве все просто смеялись, когда слышали это, потому что видели, насколько абсурдны эти обвинения.
Поэтому вновь, насколько же трудно нам увидеть Вайшнава, насколько трудно увидеть Шри Гуру. Сила Гурудев был настолько потрясающим, что просто очень-очень трудно было подойти к нему, потому что, ну, обычно мы смотрим как? С точки зрения материальной платформы. Встречают всегда по одежке в этом мире. Когда Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж оказался во Вриндаване, о, пожилой саду из Вриндавана, пожилой саду из Индии, что он делает здесь в Америке, богатый он или бедный, люди думали. Но когда они видели Гурудева, даже самые закоренелые материалисты думали, о, он очень красив. Прежде всего, конечно, голубые глаза, конечно же, прекрасная осанка, конечно же, очень мощная энергия. Он всегда располагал всех к себе. Он был очень-очень очаровательным. Да? Он действительно очаровывал сердца всех. Когда Шрила Гурудев приехал в Беджар первый раз в 1996 году, Беджар — это селение в горах Калифорнии по дороге в Дакоту. И там была ферма, и она до сих пор есть, была ферма. Последователи Шрилы Бхактивиданты с вами Прабхупады, которые принимали шикшу, в особенности у Шрилы Бхакти Ракшак Шридхар Махараджа и других гаудия вайшнавов, они жили особняком. Когда Шрила Гурудев приехал туда, ну, несколько дней они присматривались к нему, но в конце фестиваля Гурудев просто покорил всех, и все сердца были у него в кармане. I want your hearts to be in my pockets. Я хочу положить ваши сердца себе в карман, говорил Гурудев. Гурудев был таким очаровательным. Величайший расика вайшнав, величайший татва гья вайшнав одновременно. Некоторые вайшнавы, они непревзойдённы в познании расы, познание трансцендентных взаимоотношений с Кришной. Некоторые вайшнавы, они особый упор делают на татву. Но Шрила Гурудев жал на оба эти рычага. Ну, конечно же, Шрила, если так взять, Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж, великий расика вайшнав. Нет спора. В то же время великий татва гья вайшнав, великий знаток татвы. Раса — практические взаимоотношения с Кришной. Татва — это... Да, философские истины, которые служат платформой для развития расы. То есть тот фундамент, на котором все стоит. Поэтому есть два берега этой прекрасной трансцендентной реки. Берег татвы и берег расы. И так Шрила Гурудев ввел нас в мир. И концепции Шри Чайтани Махапрабху, концепции Шрилы Рупы Госвами. И это очень-очень сладостная концепция. Поэтому Гурудев дал нам книги Шрилы Рупы Госвами, такие как Уткалика Валлари, такие как Шрила Вишванатха Чакравартти Тхакур Санкальпа Кальпадрума. И концепция Шри Рупы Рагунатхи, концепция Шрилы Вишванатха Чакравартти Тхакура была дана им миру сполна. В особенности Шрила Гурудев всегда принимал точку зрения Шрилы Вишванатха Чакравартти Тхакура. В особенности, если был какой-то спор, допустим, в разных случаях разные ачарьи могут писать, видимо, по-видимому, разные выводы. Но в любом случае Шрила Гурудев всегда принимал точку зрения Шрилы Вишванатха Чакравартти Тхакура. Настолько он близок был ему. Когда мы спросили Шрилу Гурудева в 2007 году на Говардане, есть ли разница между Шрилой Рупой Госвами, Шрилой Вишванатха Чакравартти Тхакуром, может быть, это та же самая личность, Гурудев сказал, две разные души, но тадатма, то есть полностью их мнения совпадают. Шрила Гурудев был очень-очень сладостен всегда. Он так подходил личностно к каждому. Вот, он был олицетворением этой черты, на которую указал Шринивасы Ачарья в Шадгусвами Аштаке. Дхира, дхира, прия, прияккару. И дхира, и адхира. И разумные, и неразумные люди все привлекались Шрилой Гурудевом. Все. Неважно, где бы он ни был. Может быть, в Америке, может быть, в Австралии, может быть, на острове Бали или в Сингапуре. В этом выпуске Вьяса Пуджи, первый после возвращения Шрилы Гурудева в духовный мир, где, который тоже переведена на русском, приводится карта. Вот как какая-нибудь авиакомпания рисует линии своих перелетов. Также карта путешествия Шрилы Гурудева приводится там. За короткий срок, 16 лет, он облетел земной шар 32 раза.
Мы так счастливы, что Шрила Гурудев 6 раз посетил СНГ, Россию и Украину. 4 раза Россию, 2 раза Украину, Одессу. И спас очень-очень многие души, поэтому что можно сказать в неоплатном долгу? Кто-то, один преданный однажды сказал Гурудеву «thank you», а Гурудев сказал: «Ты не можешь сказать Шри Гуру «thank you», ты не можешь сказать спасибо Гурудеву, как можно?» «Lip service», он говорил, «губное служение». Как это можно органами артикуляции сказать спасибо? Да, если кто-то нам дарит яблоко, например, мы говорим «спасибо». Это одно. Но если Шрила Гурудев подарил прекрасный плод премы, мы можем просто быть кинкара. А кинкара значит слуга. Кимкоро заложено в этом слове. Кимкоро. Как я могу служить? Как я могу служить? Говорится в этом. Гурудев говорил нам «be strong like me». Будьте сильными, как я. На каждом фестивале Гурудев говорил мантру «be strong, don't be weak». Будьте сильными, не будьте слабыми. Всегда он говорил это. Поэтому, когда мы были в Москве в 2000 году, потом, ну, как я был с литовскими преданными, я сам оттуда, 7 человек, 7 смелых, мы приехали туда, и мы потом после этого вспоминали, что было, и один из преданных сказал, я, говорит, посмотрел направо, налево, все, говорит, я, говорит, плачу, и все, говорит, плачут. Все, кого бы ты ни увидел, все, говорит, плачут. Просто, просто всех пробило. Старые ветераны ИСККОН, да, они увидели, о, это другой, это еще один Прабхупада, Бхактивиданта Свами Махарадж. Еще кто-то увидел, это мой Гурудев, да, сразу же, вот просто. То есть это вот был момент, что значит общение с Махапурушей, Махапурушей. Поэтому общение с Махапурушей, с великой личностью не может пройти независимо, незамеченным. И потом Гурудев нам дал даршан в 2000 году. Он дал нам даршан 7 преданным из Литвы. Мы зашли в его комнату, я никогда не забуду этот даршан. Я его когда-то записал на кассету, где-то лежит в архивах. И Шрила Гурудев сидел без очков и ногу на ногу и с джапой. Шрила Гурудев всегда был с джапой, всегда. И когда Гурудев смотрел на нас, ну это невыразимо просто, то есть... Это личность, которая видит тебя всего. Мы говорили, гуру, вайшнавы и бхагаван. 3 принадлежат одной категории антарьями. Означает всеведущая параматма, сферу душа. Поэтому он видел нашу суть. И он хотел услышать, что у нас в сердце. Он хотел узнать, что вас волнует, какие у вас вопросы. Вот это. Он как бы вытягивал из нас. Вот это самое лучшее. И тогда он сказал нам, делайте программы, обсуждайте established truths, установленные истины. Гуру татва, вайшнава татва, гора татва, кришна татва, рада татва, према татва. А ты мне сказал, пиши мне имейлы, как у вас идут дела. Тогда была уже эпоха имейлов, не было еще Фейсбука и всего остального. Но мы связывались с Гурудевом по электронной почте. Потом появился скайп. И он сказал, сам принцип, он сказал, общайтесь друг с другом не по принципу силы, not by force, but by love and affection, он сказал, но по принципу любви и влечения. Вот это вот. Гурудев всегда подчеркивал family, семья. Вот это. Поэтому... Мы всегда вспоминаем это, мы всегда стремимся поддерживать это в общении с вайшнавами. Так вот, вайшнав – это в высшей степени смиренная личность, в которой нет личного интереса. Он стремится только дать другим вот этот дар бхакти, вот все, что он желает дать. Никогда ничего не хочет для себя. И в первых своих лекциях, когда Шрила Гурудев приезжал на какое-то новое место, в первой лекции он говорил, у меня нет личного интереса, я не хочу ни денег, ни последователей, ничего. Я только хочу дать вам бхакти, по сути. Да. Вот. Встретив Шри Гуру, получив от него милость, общаясь с вайшнавами, мы стремимся к духовному продвижению, но порой забываем об одном,
что необходимо побороть вот эту вот гордыню, желание к славе и почестям, желание к доминированию, желание к занятию, так сказать, возвышенного положения. Вот этого не должно быть. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупад написал ту песню, о которой мы как бы условились поговорить сегодня, «Душтаман», или «Вайшнава Ке», он еще называется, она называется «Кто истинный вайшнав?». Потому что Шрила Гурудев был олицетворением вот этого. Мы были потрясены, насколько он прост. То есть раньше мы думали, о, возвышенная личность должна сидеть на асане, все должно быть очень па-па-па-пам, вот так, как во дворце, да, Айшвария. А Шрила Гурудев нет, я был потрясен, какой он простой, то есть как обычный человек, действительно. Когда я пришел к Гурудеву, я просто был этим потрясен. Он выходил во двор на Варшане, когда мы стояли, раньше мы не просто, как сейчас, но во Вриндаване, на Говардане стояли, в Варшане были. И еще раньше в Нандагауне. Вот, ну, в Варшане, когда Гурудев был, это была простая дармашала такая, Моди Баван. И Гурудев выходил из своей комнаты, где-то в 4:30, может, в 4, садился на стул, ногу на ногу, и сидел с джапой. И кто хотел, подходил. Вот это был даршан. Это было так просто. Да, это было просто. Стул, на нем подстилка, даже Мадхава Мараджа рядом нет, никого нет, Гурудев сидит. Вот так было очень просто. Вот. И подходили, начинались вопросы и ответы. Гурудев ходил вместе со всеми нами. Я помню, в 2001 году, пока еще не было храма Говарданского, на Говардане, в день Анукуты, мы тоже стояли Моди Баван, тот же самый, та же Дармашала. И Гурудев повел нас к Говардана Шиле, к большому камню Гирираджа Говардана. И нужно было совершить абишеку вслед за Гурудевом. Конечно, была очень большая толкотня. Вот. И Гурудев, как всегда, то есть мы привыкли, что Гурудев идет бок о бок, вот прямо рядом с нами, вот как один из просто членов парикрама, ничем не выделяясь, ни паланкина, ни слонов, ни верблюдов. Это было позже. Это была Ачария Лила, это было чуть позже. Но тогда мы шли просто бок о бок с ним, и Гурудев идет. И я смотрю, представьте, я иду немножко позади, я заметил, что Гурудев прошел, но он как бы слился с толпой, и мы входим с дороги вот на к подножию Говардана, на котором расположена вот эта вот Говардана Шила, которую предстояло всем облить, совершить абишеку. И все идут за Гурудевом. Я смотрю, вдруг какая-то драка в толпе. Я думаю, что такое? Оказывается, Гурудев кого-то лупит. Вы понимаете? Кого-то один раз он как дал ему как следует. И второй раз замахнулся и опустил руку. Оказывается, это был один брахмачари, Гиридари Прабу из Финляндии, который, ну, потом он стал довольно известным. Так или иначе, он был совсем молодым. Гурудев, оказывается, ему вмазал. Я не понял, за что, но вечером Гурудев объяснил, почему. Он сказал, оказывается, он в тапках шел. Он не снял тапки. И шел к поверхности Говардана в тапках. Вот и Гурудев ему вмазал за это как надо. И потом на лекции сказал, если кто-то подойдет к Говардану в тапках, я, говорит, либо его накажу, либо поклонюсь ему, потому что он Вишну Татва. Потому что... Вот, то есть он Вишну Татва. И... Да, Гурудев был такой, совершенно. Потом один махарадж задержался на одном месте. Два махараджа очень любили обсуждать харикатху. И нужно было уже идти, они все стояли возле автобуса. И Гурудев последним проходил. И Гурудев увидел, что они стоят. Он как вмазал, серьезно, понимаете. Это была такая любовь. Гурудев совершенно... Вначале он их любил особо. Очень любил, очень любил, очень любил. Так что вчера мы обсуждали Шрилу Бхактисиддханту Тривикраму Госвами Махараджу. Но Гурудев, он менеджер, поэтому менеджер. Ну, знаете, действительно... Это было с такой любовью, и это так действовало, и все так стремились получить эту милость. Вспомните, как Нитьянанда Прабху наказал Шивананда Сену.
Шивананда Сена был ответственным за расселение паломников, которые отправлялись из Навадвипа в Джаганатхапури, Шри Чайтанья Махапрабху. И когда они останавливались на ночлег, Шивананда Сена должен был все обеспечить, ночлег и так далее. А среди паломников был Нитьянанда Прабху. И вот была какая-то задержка, что-то не смог организовать вовремя Шивананда, и Нитьянанда врезал ему как надо. Очень-очень хорошо, по-моему, на ногой даже, ногой. Ему врезал, и Шивананда был так счастлив. Нитьянанда на этом не остановился. Он сказал: «Я, говорит, прокляну тебя, вся твоя семья умрет». Жена была в ужасе, но Шивананда сказал: «Мы получили милость, мы получили великую милость». Действительно. Но потом же справил на нем милость. Да. То есть семья уцелела, ничего страшного не было, но факт точно. Он все получил, да. Это благословение. Поэтому... Это правда, он же не мог просто при всех преданных его благословить, да, как бы выделить его, да, среди всех, потому что все служили, как бы. И он решил его таким образом прославить. Да. И вот прославил его за его. Он был очень смиренный, он не хотел его хвалить, поэтому наказал. Да. Когда гуру хвалит или наказывает, это равноценно, но лучше, конечно, когда он ругает и наказывает. Тогда мы можем получить больше пользы. Так вот, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур поет: Duṣṭaman tumi kisera vaiṣṇava pratiṣṭhāra tare nirjanera ghare tava hari nama kevala kaita. О порочный ум, какой же ты вайшнав? Ты повторяешь святое имя в уединении только ради славы и почета. Такое воспевание — это сплошное лицемерие. 5.8.4 открою. Иногда бывает так, что преданные решают уединиться и воспевать святое имя вне помех каких-то внешних раздражителей. Вот. Но Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур сокрушает такое умонастроение. Вот. Что это не что иное, как мирская пратишта. Пратишта означает желание славы и почести. Джарира пратишта шукарира вишта Джанана китаха майара вайбав канака камини дивасаямини бавья кикаджа аватья сесам. Такая мирская пратишта, или желание славы и почести, подобно свиному навозу шукарера вишта. Разве ты не знаешь, что все это проявление майи? День и ночь ты думаешь лишь о женщинах и деньгах. Какой смысл размышлять о том, что приходящее? Вот так. В Бхагавад-гите Кришна говорит о том, что если человек искусственным образом отрекся от объектов чувств, на самом деле не отрекшись в сердце, и созерцает их в уме, означает, что он притворщик. Означает, что он притворщик. Потому что в любом случае, как там «Вишая винивартанте» в этом стихе говорится, в любом случае объекты чувств будут приходить, если нет внутреннего отречения. Отречение — это не внешняя вещь, это внутренняя вещь. А внутренняя вещь — это означает, что естественным образом ничего не должно приходить. Поэтому уединенный баджан, настоящий уединенный баджан, возможен только на очень возвышенном уровне ручи и выше. Вот почему наш Парам Гурудев Шрила Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж в своем Упадеше Вали, пункте 5, сказал: «Отказ от дурного общения – вот подлинный смысл жизни в уединении. Тот, кто занимается баджаной, в общении в обществе саду и вайшнавов поистине совершает уединенный баджан». Вот уединенный баджан означает уединенный от мирских людей. Это означает в обществе вайшнавов. Поэтому нельзя уходить из общества вайшнавов просто потому, что ой, тут шумно, тут я не могу там спокойно позаниматься своими мыслями, медитациями и так далее. В итоге что? Все твои сокровенные, так сказать, сокровенные мысли будут докучать тебе. Вот и все плоды твоего уединенного баджана. Вот, да, вот о чем здесь, вот, да, это так называемое отречение. Шрила
Рагунат Дас Госвами услышал от Шри Чайтаньи Махапрабху: не занимайся маркатой вайрагией, не занимайся обезьяньим отречением. Вот есть два вида вайрагии: марката вайрагия и юкта вайрагия. Марката вайрагия — обезьянье отречение. Юкта вайрагия — анасактасья вишаян винивартанте, анасактасья вишаян. То есть это формула. Ты не должен быть привязан к объектам чувств. Тогда ты можешь совершать уединенный баджан. Вот. Ну, ведь так совершали баджан великие святые, Рагунат Дас Госвами и все остальные. Знаете, был один преданный, очень талантливый. Он был очень хорошим переводчиком, он действительно пытался совершать садхану, но потом он полностью, как говорится, уплыл. Он действительно был феноменальным. Его жена тоже, но сейчас они, к сожалению, не практикуют. Но как все вышло? Как-то раз один махарадж приехал в его город и встретился с ним. И он сказал: «Махарадж, я был в Индии 5 раз. Я все делал, как Шрила Рагунат Дас Госвами». Это концептуальное заблуждение. «Ты уверен, что ты все делал так же, как Шрила Рагунат Дас Госвами? И Аштакалия Лилу ты так же созерцал, как Шрила Рагунат Дас Госвами?» Ну, конечно. Да, да, да. «И это не работает». То есть он, да, он так думал. «Я вставал в 2:30 утра каждое утро. Я совершал бали, повторял 64 круга. Я все делал, как Рагунат Дас Госвами. И это не работает». Понимаете? Что это означает? Это означает, просто человек кувырнулся с той пирамиды ложного эго, которую он сам построил. Поэтому... Большое спасибо. Все телефоны офф. Большое спасибо. Так. Да, то есть это пирамида, огромная пирамида ложного эго, которую он сам построил. Поэтому что? В итоге пирамида не выдерживает. Сколько, насколько высокая может быть башня из кубиков? До потолка можно построить. Но чуть-чуть шелохнется. А если ты хочешь поставить туда какого-то человечка, то все может, да, все может упасть очень-очень быстро вместе с самим человечком. Так что... Тома раканака бхоги раджанака канакера дваре севахо мадхав камини ракама нахитава дама каминир атара малика кевала яда. Свои деньги ты растратил на мирские услады, но они предназначены лишь для служения Господу Мадхаве, супругу богини Лакшми и высшему наслаждающемуся. Ты не в силах удовлетворить бесконечные прихоти женщин, но это способен только Господь Ядавов, их единственный господин. Господь Ядавов кто такой? Кришна. Ядунат. У Кришны 16108 дворцов в Двараке, 16108 цариц, и все их прихоти он может удовлетворить. Вот. Здесь Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада раскрывает наше сердце. Сердце, в котором столько всего материального. Это в этой песне содержится очень-очень глубокое наставление. Не завышать, не переоценивать себя, не завышать свой уровень. Пратишта шатару джарамая мару напела равана юдхила рага вайшнави пратишта тарикоро ништа тахана баджиле лоби берора. Желание славы подобно миражу в пустыне иллюзорной материальной энергии. Равана жаждал занять место Господа Рамы, чтобы насладиться этим миражом, но был убит в сражении с ним. Поэтому утвердись в положении слуги вайшнавов, которые они даровали тебе, иначе тебя ждет ад Раурава. На самом деле, видите, какой демонизм. Хираньякашипу хотел занять место Индры, а Равана хотел занять место Рамы, наслаждаться Ситой. Демон Врикасура хотел приложить руку к голове Господа Шивы, наслаждаться Спарвати. В итоге его голова оказалась расколота. Вот это зависть. Это зависть к Кришне, это зависть к вайшнавам. Боже, как тут раскрывает сердце вот этого преданного, который завышает свой уровень, который думает, что он это способен. Хари джана двеша пратишта шаклеша каракена табе тахара гаура вайшнавера паче пратишта ша яче таре кабу нахи анитья вайбав.
Почему ты думаешь, что зависть по отношению к преданным и стремление к пратиште делают тебе честь? Желание духовно возвыситься легко исполнить, став преданным Господа. Слава неизменно сопутствует вайшнаву, и у нее нет ничего общего с обычным мирским величием. Слава сопутствует вайшнаву, но вайшнав бежит от славы. Просто бежит. Вспомним Мадхавендра Пури Прабху. Мадхавендра Пури в поисках сандаловой пасты с Малайских гор отправился в Орису и пришел к храму в Гопинатхе. Это совершенно потрясающее божество, которое явил Господь Рамачандра своими стрелами давным-давно. Но Мадхавендра Пури узнал, что этому божеству предлагают сладчайший рис, кхир, сладкий рис, амрита кели. Это вкус, который невозможно забыть. Довольно давно мы были в Римуне и пробовали этот сладкий рис, он совершенно потрясающий на вкус. И поэтому Мадхавендра Пури, он так хотел предложить своему Гопалу этот же сладкий рис. И поэтому он подумал, о, хорошо бы попробовать его. Когда его принесли, его несли на предложение божеству, Мадхавендра Пури подумал, о, хорошо бы его попробовать, чтобы я тоже мог сварить для своего божества такой сладкий рис. И тут же он поймал себя на мысли, о, я согрешил. Я хотел попробовать то, что еще не было предложено божеству, и оскорбитель. Представляете? На самом деле ничего-то греховного не было. Он просто подумал о своем божестве, он хотел приготовить подобное блюдо. Но он подумал, он поймал себя на мысли, что «О, я хочу попробовать». И поэтому он сказал, «Нет, я не достоин находиться здесь, я не могу ночевать в храме, я должен отправиться во свояси». Поэтому он пошел на рынок. Рядом там рынок. Сейчас это открытое место перед самадхи Шрилы Мадхавендра Пури. На самом деле его самадхи там находится. Мадхавендра Пури самадхи полная находится там, прямо рядом с этим бывшим рынком. И вот там он ночевал где-то под какой-то лавкой. И вдруг божество Гопинатхи приходит во сне, Пуджари. Приходит во сне Пуджари и говорит, Пуджари, поднимайся. Полночь где-то. Говорит, поднимайся, потому что я хочу, чтобы ты одну кружечку этого сладкого риса дал Мадхавендре Пури. Я специально ее спрятал для него, вот здесь за занавеской, и показал где. Там было что-то 12 этих кружечек он предлагал. Говорит, одно я специально припас для Мадхавендры Пури. Пойди сейчас, открой алтарь и возьми. Пуджари в холодном поту проснулся, потому что такое? Действительно, божество мне сказало, хорошо, посмотрим. Он открыл дверцу от алтаря, и аккурат. Одна чашечка стоит спрятанная специально для Мадхавендры Пури. И божество сказало во сне, пойди на рынок, он там спрятался, ночует. Найди его и принеси для него эту кружку. Так Пуджари и сделал. В ночь он отправился на рынок и стал звать «Мадхавендра Пури!» «Кто здесь Мадхавендра Пури?» Вот. И Мадхавендра Пури сказал, «Это я». «Ты самый удачливый! Божество для тебя припасло этот Махапрасад, эту кружечку сладкого риса». И дал ему, и ушел. Мадхавендра Пури вне себя. Вот, просто. Это слава преданного. Само божество для него украло этот сладкий рис. Поэтому тут же, когда тебе дают Махапрасад, есть предписание немедленно принять. Чистый ты, нечистый ты, грязный, негрязный и так далее. С одной звездочкой, если Акадыши, то неакадышный просад нельзя. Как-то раз преданные Махапрабху им принесли Джаганат Махапрасад, а был день Акадыши. Поэтому всеми возможными способами Шри Чайтанья Махапрабху вместе с преданными прославляли этот Махапрасад. Всеми возможными способами. Они пели его славу, киртан совершали, обходили вокруг него, парикраму делали и все. Но вовнутрь только следующим утром, в день Двадаши. Вот так, есть одно ограничение. Поэтому Мадхавендра Пури был очень-очень в таком экстазе, вы можете себе представить. Поэтому он... Когда он вылезал весь этот Махапрасад, и ничего больше не осталось, он взял эту кружечку, раскрошил ее на мелкие кусочки и завязал в узелок, вот, так, чтобы это никогда не исчезло, и понес с собой. И он понял, на следующее утро
люди узнают об этом, и они придут и будут меня прославлять. Поэтому до наступления рассвета он оставил Римуну. Он оставил это место, и он отправился в другие места, но там его уже ждала слава. Уже Матхавендру Пури прославляла, потому что само прославляли, потому что само божество для него украло вот этот вот сладкий рис. Поэтому затем Гопинат стал известен как Ширачора Гопинат, тот Гопинат, который украл сладкий рис для своего преданного Мадхавендры Пури. Вот мы еще вернемся к личности Мадхавендры Пури, потому что это высший пример отречения и высший пример непривязанности, высший пример вайшнаваты. Это качество вайшнава описано в этой книге. Мы все стремимся к ним. Как же нам стать вайшнавом? Простите, не книги, песни. Вот в этой песне изложено. Да? Как стать вайшнавом? Да, истинная слава стоит в преданности Господу Хари. Мне нет тени майи. Так, это следующий, да. Слава неизменно сопутствует вайшнаву. Вот был. Теперь шестой, следующий. Сехари самбанда шунья майя ганда таха кабу ная джарира кайтав. Пратишта чандали нирджаната джали убхайе джаниха майи каурурав. Истинная слава состоит в преданности Господу Хари. В ней нет и тени майи. Тот, кто ради славы выдает себя за вайшнава, подобен собакоеду. Его уединенный баджан – один лишь обман. Зная, что тот, кто избрал один из этих путей, уже пребывает в аду иллюзий. Ух, серьезные слова. Поэтому просто с самого начала должны приложить руку к сердцу и проанализировать, каков мой мотив. Почему я хочу уединиться? Ради чего? Если ради славы и почести сразу же присесть, идти к вайшнавам, падать им в стопы. Чем я могу служить? Чисти картошку на кухне. Прекрасно. Прекрасно. Однажды в 2003 году в Новодвипе, да, один преданный принял саньяс. Это был первый русский саньяс. Anyway. Преснопамятный. Вот. И... Старший один саньяси сказал ему: «А, саньяс, очень хорошо, чисти картошку». Я помню. «Иди, чисти картошку». Все. Был еще один смешной случай. Один саньяси, такой именитый, довольно известный, пришел принимать просад. Вот он был довольно грузный и порой, ну, часто опаздывал, скажем так. Он пришел и, немножечко опоздав, спросил: «А где здесь места для саньяси?» «Махарадж, все саньяси раздают просад». Поэтому, ну, пришлось где-то сесть так или иначе. Но все саньяси, вот в Гаудия Матхе очень интересно, что все саньяси или часто саньяси раздают просад, пытаются служить другим. Вот, поэтому опять-таки гуру, саньяси и так далее – это лучшие слуги. Да? Если ты гуру, значит, ты лучший слуга. Опять-таки, не нужно позиционировать, ставить себя кем-то. Просто быть собой. Просто быть нормальным преданным. Нормальным. Веселым. Добродушным. Услужливым. В общем, с которым интересно все это. То есть, как обычный человек. Вот это вот. Я себя проповедую, потому что... Да, потому что часто Саду Махарадж, он хочет быть очень специальным, особым и так далее. Поэтому, да, мне вот как раз очень полезно было бы быть простым парнем. То есть, я считаю, наверное, было бы неплохо. Вот, поэтому, иначе, ну что, собакоедение или собаковедение получается. Уединенный баджан, так называемый. Киртана чарибо пратиштама кибо накаджадо. Дурия Тадрия Гаурав Мадхавендра Пури Бхавагаре Чури Накарила Кабу Садай Джанабу. Ты думаешь, вместо киртана я заберу гордое уединение и так обрету славу и почет. Зачем тебе это, о ум? Зная наверняка, что Шри Мадхавендра Пури не искал обходных путей для достижения бхавы. Господь Гопинат сам прославил его как своего чистого преданного. Мы только что обсуждали эту историю. Обходных путей.
Каких обходных путей? Ну, побыстрее, чтобы кнопку нажать и уже там. Ну, хочется, понимаете, вот хочется. А работать не очень хочется. Хочется на горку и кататься, а саночки возить не хочется. Ну, это же естественно. Нужно сперва поработать, потом получить. Но мы хотим нет, мы хотим сразу получить. Сначала заслужи, потом желай. Да, first deserve, then desire. Правильно? Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж. Сперва заслужи, потом желай. Совершенно верно. Поэтому возить саночки необходимо. Опять про Шри Мадхавендру Пури Пада говорит следующий стих. Томара пратишта шукаре равишта. Опять тот же. Помните шукаре равишта, свиной навоз? Тарисаха самакабу наманав. Мацарита ваше тумидара раси. Маче чочария киртана саудхав. Но твоя слава подобна свиному навозу. Может ли она сравниться со славой Шри Мадхавендра Пури? Из зависти ты обрек себя наслаждаться мирской расой и отказался от возвышенной красоты киртаны. Раса значит вкус. В большинстве случаев у людей этого мира присутствует мирской вкус к мирским объектам. Как во время той лекции в Краснодаре по Джайвадхарме, когда мы обсуждали уровень ништхи, я сказал, на уровне ништхи влечение, стремление уже только к Кришне. Да? Нет стремления к мирским вещам. И одна преданная: Махарадж, так на уровне мадхьям, да, ништха, да, и выше, уже театр, кино, искусство, уже нет. Я говорю, знаете, уже нет. Уже нет. То есть мирское, только связанное с Кришной. Для нас это сейчас звучит фантастично. Как? Ну, эти Кришна, я помню, один хозяин квартиры, где жили, или сосед, в общем, снимали преданные квартиры. Ну, эти Кришна, ты слушай, я посмотрю на них. Все своему молятся и ничего не делают. Ни туда не ходят, ни сюда не ходят, ни туда не смотрят. Все бур-бур-бур свое вот это. Вот, все, ничего больше. Ну, почему? Потому что готовимся. Вот, немножко себя от объектов чувств освобождаем. Преданные выносили из квартиры всю мебель, все ненужные вещи. Был только голый пол. Боже, как аскетично жили преданные. Вы омываетесь теплой водой, Прабу, вы в мае. Все это было только до 96-го года. Честно, саньясинская. Я мылся только холодной водой до 96-го. В 96-й мы слетали в Майяпур. Но парикрама, потом, окей, лекции по аюрведе, сказали, ну, нужна прохладная вода, хорошо. Прохлада махараджная, ки, джай. Прохладной водой. Да, то есть 26, там, ну, 30 градусов, нормально, хорошая вода. Как в море, в черном. Да, тогда хорошо. Так, если слишком такая вода и так далее. Ну, то есть мы, конечно, тоже перекибали палку, вот. Но здесь речь идет о чем? О мирской расе. Отсахамаи, ложный энтузиазм, да, мы знали очень хорошо. Все эти заявления, типа, прошу освободить меня от занимаемой должности в связи с уходом в мирскую, в духовную деятельность. Все эти заявления, все это было. Вот, это было так красиво на самом деле, да. Ну, немножко, как сказать, уроки жизни тоже получаешь, но зато само стремление, то есть стремление это хорошо, но нужно всегда знать свою адхикару. И как узнать свою адхикару? Да, от вайшнавов узнать. Адхикару, понимаете, квалификацию. Как узнать? От вайшнавов только узнать. Как ты сам можешь узнать? Я сам знаю, что я могу совершать уединенный баджан. В итоге что? В итоге что, баба? Шукаре равишта, баба? Шукаре равишта, свиной навоз, баба? Кто-нибудь был в деревне, вы знаете этот да. запах, да? Машина проезжает, когда со свиньями. Да. У нас же вообще не называется баджан, это все садан еще. Да, нет. Баджан, садан, баджан, есть такой термин. Просто баджан, он никогда не прекращается. В духовном мире он тоже баджан. Но садан только в материальном. Дело в том, что в материальном мире мы как начинаем то, чем полностью будем заниматься в духовном, потому что в духовном постоянно баджан, говинда, да, мудра, мадавити, все эти вещи. Вот. Что же дальше? Конечно, Шрила Гурудев давал милость. Нужно знать, что Гурудев давал просто милость.
Любой, на самом деле, ачарья, который был на Западе или имел западных, не только западных, в принципе, имел учеников, хотел дать милость в конце. Хорошо, ты хочешь брахмачарию – получай, ты хочешь саньясу – получай. Это тебе, сынок, одежда на вырост. Одежда на вырост. Сейчас примерь, сейчас посмотри. Вот. Есть фактор милости, просто милости. Милость выше справедливости, ты это получаешь. Нет, это моя квалификация. Я великий преданный. Махарадж. Вот. Рибаба Моха, значит, иллюзия. Мохарадж. Мохарадж. Или Мухарадж. Если ты думаешь. Повелитель мух. А не пчел, да? Рибаба, как ты можешь быть... Сет нормально. Как ты можешь быть повелителем мух, если можешь совладать со своими мухами? Собственно, поэтому... Маха-муха. Маха-моха. Большая иллюзия. Или маха-муха. Получается. Да, смешно, смешно ведь. Абсолютно, абсолютно, полностью в анугате. Если тебе что-то кажется, что ты все равно понимаешь, все равно нужно пойти к духовному руководителю и уточнить. У меня есть, например, пример, вот это если Шивабхагава, там Аджан Майя аккуратно завладела, потому что он вел как бы уединенный баджан, или это неуместно? Как Майя завладела? Ну, она не Джада. А, это не Джада Бхарат, это. Махараджа Бхарата, простите. Это Бхарата Махараджа. То есть это местный пример вот этого. Не было вайшнавов, и он как бы аккуратно уже привязался не к баджану, а. Это, значит, Акилананда Прабху спросил о примере с Махараджем Бхаратой, который привязался к олененку. Это лила, которая специально была разыграна Господом, специально была разыграна с его преданным Джадой, простите, Махараджем Бхаратой, чтобы дать наставление садакам этого мира. Потому что, да, действительно, у него не было садусанги. Да, 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 у него не было садусанги. И он поэтому, хотя он был на уровне бхавы, по сути, все равно он привязался к олененку, к этому сатвическому, к сатвической идее о помощи. Потом он стал слагать стихи об олененке. «О, земля, ты настолько удачлива, что лотосные копытца моего олененка ступали по тебе». И в итоге он подумал об олененке, стал олененком. Очень-очень особым, правда, он не общался с другими оленями. Он думал о вайшнавах, о саду, и жил возле них. В итоге он вновь стал человеком Джадой Бхаратой. Но он потерял 3 жизни. Вот что получилось. Да, ответ такой, что это из-за отсутствия садхусанги, общения с вайшнавами. Из этого также следует, что Махамайя, она может быть вообще в любом облике. Для пожилого человека может корни, внука. Да. Да, абсолютно. То есть это как бы показывает расширенные ее возможности. Мы должны быть очень начеку. Что сказать? Очень начеку. Особенно те, кто взяли планку выше, да? Те, кто ведут отреченный образ жизни, саньяси, брахмачари. Грихастхи тоже. Не нужно думать, я грихаст, а мне вот все можно смотреть телевизор, там, и все прочее, ходить в кино, еще куда-то. Вот. Тут, наоборот, даже еще опаснее. Почему? Потому что соблазны на каждом шагу. Таидушта мана нирджана бхаджана прачариха чали куйоги вайбав Прабу санатане, парамаджатане, сикшадилоджаха, чинтасея салба. О, порочный ум, своим уединенным баджаном ты обязываешь других, обманываешь, простите, других, словно йог-притворщик. Постарайся понять наставление, которое Шри Чайтанья Махапрабху дал Шри Санатане Госвами. То есть, вывод такой, никакой самодеятельности. У нас вечное желание действовать самостоятельно, независимо. Я знаю лучше, чем мои гуру, вайшнавы. Мой гуру где-то далеко. Почему я каждый раз буду у него что-то спрашивать? Но, баба, если ты говоришь, ты должен уединиться и совершать уединенный баджан, то как ты это можешь сделать без руководства Шри Гуру? Поэтому Шри Гуру может тебе сказать. Если, допустим, ты действительно совершал баджан какое-то время, у тебя склад бабаджи, да?
Гуру может дать тебе Бабаджи инициацию. Это то же, что саньяса, только белый цвет и без данды. Та же мантра. Вот, но по сути и без проповеди. Ты можешь сидеть совершать бар. При случае Бабаджи тоже может говорить харикатху, вот, но это не является его концептуальной целью. Поэтому тогда это авторизовано иначе, но какой смысл? Конечно, бывают разные ситуации. Да? Допустим, кто-то живет в храме, или кто-то очень-очень перерабатывает как грехастха, да, ему нужно, ну, иногда просто посидеть, поповторять джапу, почитать день-другой. Слава Богу, это очень хорошо. Вот, но не на постоянной основе, понимаете, как превозмогая свою адхикару, заниматься тем, что не, как сказать, не свойственно твоему, твоей квалификации. Сиду триката. Если гуру видит квалификацию определенного тревога, и в зависимости от этого он говорит именно то, что надо делать, чтобы достичь следующего этапа вот этой золотой лестницы Матхури Академии. Если человек это не слушает, то просто может быть на 3-4 жизни выйти. Абсолютно, абсолютно. Не просто и не слушает, а даже не обращается к гуру, что там слушать. Он думает, я сам знаю, как мне жить. Вот. И эта самонадеянность и самодеятельность приводит к чему? К краху системы. Помните про эту башню из кубиков, да, на которой стоит солдатик? Вот. Когда-то очень хорошо один гуру в наши годы, ИСККОН, сказал, мертвые солдаты нам не нужны. Мертвые солдаты не нужны, солдат должен быть сильным, солдат должен действовать согласно предписанию генерала, хорошего, который, как сказать, Божий человек, скажем так, который с Кришной, как Арджуна и так далее. Тогда все хорошо. Сейду ти ката було на сарватха учайсваре кора хари намарабо палгу ара юкта бада ара мукта кабуя бавихо экари васавон. Громко повторяя святое имя Господа Хари и помни два самых важных наставления. Не путай ложное отречение с истинным, а также обусловленную душу с освобожденной. Следует всегда отличать одно от другого. Вот это вот две вещи, которые нужно написать нам просто на сердце. Не думай, что юкта вайрагья – это палгу вайрагья. То есть ложное отречение и истинное отречение. Или марката вайрагья – это юкта вайрагья. Марката вайрагья – обезьянье отречение. Обезьяны живут в лесу, и они не привязаны ни к чему, как бы, кажется. У них нет одежды, на самом деле очень привязаны к объектам чувства наслаждения. Обезьяна все, что угодно, может вам променять на банан. Знаете, у нас очень хороший опыт во Вриндаване, Севакунджи на Йога-Майе, очень хороший повод, опыт общения с обезьянами. Недавно Йога-Майю полностью зарешетили, Йога-Майя полностью. Monkey free. Вот. Но мы знаем, что за банан она что угодно вам отдаст. Что угодно. Кошелек, мобильник, вообще что угодно. Просто дай ей банан. Однажды одна обезьяна, большая, самец, да, утянула наше главное оружие, рогатку. Рогатку. Я вышел на крышу и показал банан. Показал связку бананов. Говорю, давай, давай, иди сюда. Пришел, вы знаете. Принес рогатку в зубах. Серьезно, я отдал мне за банан. Серьезно. Да. Вам чудо сначала убрали обезьяны. Мне два разочки забирали. А, ну выманивали обратно, да. Что я хочу сказать? Окей, ладно, манки отставить, манки катху отставить. Я знаю, сейчас очень много будет ораторов. От слова о, от слова орать. Вот, на тему манки. Вот, но оставим манки-бизнес в покое. Вот, в итоге что? Не путай ложное отречение, да, обезьяна. Кажется, что они отречены, на самом деле, о чем думает каждая обезьяна? О банане. Так, ложное отречение с истинным и обусловленную душу с освобожденной. Определенные вещи может делать освобожденная душа. А если я думаю, что я настолько освобожденная душа, что мне уже не нужно спрашивать у гуру и вайшнавов, что мне делать и что не делать, то это просто майя. Вот и все, что ты получаешь. Просто получаешь карму. В принципе, концептуально смотрите, если мы просто предаемся своим умозаключениям,
И согласно этим умозаключениям строим свою жизнь. Мы полностью в иллюзии. И мы получаем просто карму, карму и карму. Все. Вот это необходимо понять. Я знаю, сегодня говорю простую катху. Здесь нет Рады и Кришны, прошу прощения, я знаю. Вот. Но это основополагающие вещи. Основополагающие вещи. С этого мы начинаем. Дальше мы идем к Гауранге Махапрабху, дальше мы идем к Раде и Кришне. Канака камини пратишта бхагини чария чеджаре сейто вайшнава сей анасакта сей шуда бхакта самсара татхая пая парабхав. Стремление к деньгам, женщинам и пратиште, ложному эго, подобно тигрицам. Те, кто отказался от них, истинные вайшнавы. Только они чисты и свободны от материальных привязанностей и могут преодолеть самсару, океан материального бытия. Тигрицы, вы знаете, тигры, такие яростные животные, яростные хищники, могут разорвать за минуту, меньше. Вот, поэтому канака камени пратишта багини. Стремление к деньгам, женщинам и пратишта. То есть желание славы и почести. Вот это вот. Шрила Рагхунат Дас Госвами в Манашикше говорит «Пратишта шадришта швапача рамани ме рединатит катам саду премас пришача шучирета нанунаха садатвам сева сва прабудаита саманта матулам это там нишкашья там деша етиса». «Пратишта шадришта швапача рамани». Швапача рамани – вульгарная женщина-собакоедка танцует в моем сердце. Это желание славы и почести. Ну, куртизанка – это слишком высоко. Тут пратишт аша дришта швапача рамани. Швапача – собакоедка. Собакоедка. Вот. Ну да, то есть вульгарная означает, она и есть. Проститутка. Вот. Она танцует в моем сердце. Почему? Потому что ей что-то дашь, да? И она оставит тебя ни с чем. Вот и все. Только ты начнешь подкармливать свою пратишту, шукареру, вишту, желание славы и почести, сразу же все благочестие оставит тебя, ты окажешься ни с чем. Она тебя просто оставит без чести, без достоинства, без достояний. Вот все. Это карма, это страшно. Поэтому мы хотим бхакти или мы хотим карма. Это я чисто проповедую себя. Вот, поэтому тот, кто отказался от них, от этих тигриц, это истинный вайшнав. Швапача рамани ме хриденатит. И дальше в этом стихе Шрила Рагхунат Дас Госвами говорит, пратишта дришта швапача рамани ме хриденатит, катам саду сева спрутинатит, сева сва прабудаита саманта матулам. Поэтому о ум, взывая к генералам, к великим генералам армии Шри Чайтани Махапрабху, моли об их милости, чтобы они изгнали эту вещью, эту проститутку из сердца. Тогда они придут и всеми видами оружия изгонят ее из сердца. Вот и все. Удар может быть мощный, такой, как у Шрилы Бхактивиданты Тривикрама Махараджа. Очень мощный. Просто он может тебя прогнать, он может дать что-то тебе и так далее, и так далее. Шрила Бхакти Вайбав Пури Махарадж иногда просто на расстоянии действовал. Если кто-то приходил в храм не с тем желанием, он просто показывал на дверь, сразу же. Он был таким жестким иногда, что Бхакти Вайбав Пури Махарадж. Просто уходи отсюда. Одна девушка однажды пришла в матх, да? Он просто от двери ей показал асаны, иди. Потому что он увидел, она мужа пришла искать. Сразу же. Ваш слуга однажды пришел поклониться, он уже был в возрасте и мало говорил. Что Бхакти Вайбав Пури Махарадж показал мне на дверь, сразу. Что-то было не так в баджане, видать. Вайшнав, у которого я хотел принять харинаму сперва. Он перед, просто знал, что перед грудом. Грудеву надо. Я не знаю, почему я не... Ну, то есть, он знает. Но, видимо, что-то серьезное, потому что сразу на дверь. Нет, это было уже, когда я был учеником Гурудева, и брахмачари был. Вот. Разные бывают варианты, но факт то, что они наносят эти милостивые удары, понимаете? Все противоположно. В мирской жизни люди бьют друг друга по разным частям тела, да? Просто из-за вот славы и почести. Ты отнял у меня мою славу и почесть, ты хочешь быть лучше, чем я, получай! И так далее.
Но здесь нет. Нет. Просто знай свое положение. Вайшнав – это костоправ. С молоточком есть такой метод. Да, с молоточком мне делали немножечко эти вещи. Вот. Корректирует твою структуру, корректирует твое умонастроение. Как нужно держаться действительно должных рельс, должного корня. Быть бесхитростным и не желающим славы и почести. С самого начала установить это. Эта песня такая жесткая, но она замечательная. Продолжаем. Тот, кто отказался истинной вайшнавы, только они чисты и свободны от материальных привязанностей и могут преодолеть самсару, океан материального бытия. Без этого невозможно преодолеть. Поэтому легко преодолеть с грубой анархией. Желание там, денег, даже женщины, еще чего-то. Но вот желание славы и почести, пратишта, шадришта, вот этот стих Манашикши, какой он? 8-й, по-моему. Он как раз посвящен этим тонким анарткам, которые существуют после того, как отказались от грубых. Мы вегетарианцы, мы не пьем, не курим, мы там не гуляем, все прочее, на футбол не ходим, на дискотеку тоже. Вот. Но желание славы почести, вот эта штука, очень большой камень преткновения. Но и, в крови живет, он говорит. Ну, все равно, если ты понимаешь, что она живет в крови, иди на кухню, чисти картошку. Знаешь, что-нибудь простое. Очень-очень трудно, если тебе приходится сидеть на асане. Очень трудно. Очень. Если ты получаешь какое-то положение, пост, жутко трудно. Иногда думаешь, вы знаете, взять нож, пойди на кухню чистить картошку. Честное слово, так хочется. Но потом вспоминаешь, слушай, ну, много других обязанностей, кто их будет делать? Тоже факт. И поэтому, ну, окей, значит, мил, смиренно, сидеть на асане смиренно, вот. Нужно организовать курс, как сидеть на асане смиренно. Ишь, ничего. Что делать, когда начинают, допустим, прославлять за то, что ты такой вот смиренный, чистишь картошку? Такой вариант. Затыкай уши. Затыкай уши, слушай баджан, слушай харикатху. Все. Харибол, харибол. Не-не. Не, лучше носителем трансцендентной информации. Картошка. Ладно. Вот. Так. Канака камень. Хорошо. Еще немного. Джата йогья бхога нахита тарога анасакта сейки аролкаба асакти рахита самбанда сахита вишая самуха сакалимада. Те, кто принимает лишь необходимое для служения Кришне, не подвержены болезни, материальной иллюзии. Что же касается их отречения, то они свободны от ложных привязанностей и воспринимают окружающий их мир в связи с Кришной, считая, что он предназначен только для удовлетворения Господа Мадхави, супруга всех богинь Лакшми. Вот почему, кстати, хорошо. Вот почему важно принимать только то, что полезно для бхакти. Тяга к накопительству порой, как это переедание, да, и атьяхара. Вот это порой очень-очень серьезная анартха, мы хотим брать больше, чем нам действительно принадлежит. В первом стихе у Ишопанишат говорится об этом. Ишавасим идам сарвам, яткинчат джагатьят джагатьяна дитяна прак джита прудасвидханам. Нужно принимать только то, что принадлежит тебе. Не нужно посягать на то, что принадлежит Верховному Господу. Поэтому вот все эти эксплуатационные тенденции, качать нефть из земли, там, брать больше, урывать себе больше кусок, вот эти все капиталистические, буржуазные, да, это очень-очень плохо для преданности. Так человек воспринимает окружающий мир в связи с Кришной. Зачем брать больше? Да, переедать. А потом несварение желудка, кошмарные сны. Это в буквальном смысле. В переносном смысле что? Опять-таки, разные идеи, это вот переедание, разные-разные идеи, разные там, не знаю, новости там того-сего, потом принимаешь какие-то стороны политические или еще что-то, и запутываешься во всем этом. Не нужно этого делать. Вот. Сеюкта вайрагья таха собхагья тахаи джарете хари равайбал киртане джахара пратишта самбара тахара сампатти кевала кайтав.
Удачливы те, кто утвердился в истинном отречении. Юкта Вайрагия. В этом материальном мире они олицетворяют славу Господа Хари. Но те, кто прославляет Шри Хари ради собственной пратиштхи, лишь обманывают себя. То есть прославлять Господа Хари очень важно. Мы это делаем. Вот. Но при этом необходимо также практиковать то, что называется юкта вайрагия. То есть подлинное отречение, которое описывается в Бхакти-расамрита Синду. Анасактасья вишаян ятартам упаньюнджитаха нирбанда Кришна самбанде юктам вайрагиям учати. Человек, который не обладает привязанностью к чувствам наслаждения, но все, что у него под рукой, занимает в служении Кришне, не связан, как бывает, да, по рукам и ногам, плодами этой деятельности. Вот. Такое отречение называется юкта вайрагия или подлинным отречением. И во всей полноте оно служит связи с Кришной. Поддерживает связь с Кришной. Вот почему Шрила Бхактивиданта с вами Прабхупад говорил, вы мне можете дать все деньги земли, миллионы долларов, я их займу в служении Кришне. И правда. Потому что у него нет корыстного интереса. Нет. Он хочет только расширять проповедь, строить храмы, печатать книги, раздавать просад. Вот это. Все. Поэтому мы учимся у них, как, какие они были. И пытаемся практиковать то же самое. Кора море атма сата. Пожалуйста, сделай меня таким же, как ты. Се юкта вайрагья тахата собагья. Это мы только что. Да, те, кто для собственной выгоды лишь обманывают себя. Вишаяма мукшу бхоги рабу бхукшу дуе тяджа мана дуй авайшнава. Кришна расамбанда апрекрита сканда кабунахита джари расамбал. О ум, сторонись общества тех, кто ищет освобождение или материальных наслаждений, поскольку у этих людей нет преданности. Взаимоотношения с Кришной – это основа трансцендентного бытия, недосягаемого для тех, чье сознание привязано к материи. Этот стих созвучен с словами Шрилы Нарутамдаса Такура и «Кармаканда Гьянаканда Кевала Вишера Анда». Кармаканда, то есть стремление к материальному благополучию, и веды, да, ведические наставления, направленные на это, и гьянаканда, то есть стремление к слиянию с безличным абсолютом, и наставление вед, направленные на это, лишь два сосуда с ядом. Поэтому все, что нам нужно, это лишь Кришна-бхакти. И те наставления вед, которые направлены именно на это. Как развивать Кришна-бхакти в нашей жизни. Все. Вот. Поэтому взаимоотношения с Кришной – это основа трансцендентного бытия. Поэтому все, каждый шаг жизни мы смотрим, какие взаимоотношения с Кришной. Ну как, Кришну я не знаю, я знаю, он Бог. Но я слышал, что он играет на флейте. Но он очень далек от меня. Окей, а какие твои взаимоотношения с Гурудевом? А, Гурудев я знаю, такой-то, такой-то Пуджапад, такой-то, такой-то Махарадж. Он у меня на алтаре, он мой Гурудев. Я ему написать письмо могу, могу позвонить и спросить и так далее. Вот сейчас век коммуникации, это легко узнать. Поэтому вот он Кришна, Дришья Бхагаван, видимый Господь. Поэтому почему бы тебе не связаться с ним и задать уместный вопрос? Гурудев, как мне практиковать юкта вайрагию? Как мне практиковать подлинное отречение? Вот. Любой шаг жизни важный. Нужно сперва проверять у Гурудева, то есть его мнение услышать, жениться, не жениться, принимать шафран, не принимать, ехать в Индию, остаться на Украине и все остальное. Как проповедовать, что делать, как организовывать программы, на что обратить особое внимание, да? Печатать книги, не печатать, раздавать просад, не раздавать и все прочее. Все спрашивать у гуру, тогда без проблем. Вот. И здесь предостережение не общаться с теми, кто привержен к чувственному наслаждению, раз, и безличному освобождению, два. Много, опять-таки, наставлений в ведах по этому поводу, но нас они не касаются. Поэтому вы помните из второй десятки Анг-бхакти, то есть видов преданного служения из 64, не изучать слишком много писаний. Потому что это разные мнения, которые противоречат принципам Шримад-Бхагаватам. Очень много разных ведических наставлений. Как Кришна говорит Арджуне, цветистые слова вед. Поэтому можно запутаться.
что-то говорится в Шива Пуране, что-то говорится в Падма Пуране, в Вишну Пуране. Окей, Вишну Пурана, Падма Пурана мы признаем, и мы руководствуемся теми цитатами, которые даны из них в Джайвадхарме и в других книгах Шрила Бхактивинода Такур, изъял их специально для нас в Баджана Рахасе, в Джайвадхарме, в Харинама Чинтамани и других книгах, прославляет святое имя. Вопрос? Что вот можно конкретнее, потому что бывает, что ну, ты как бы не хочешь, да, но сел какой-то хрен, слабости сердца, да, ты все равно как совершаешь какие-то, ну, поступаешь в бхакти. Да? Я понимаю вопрос. Что, можно точнее, пожалуйста? Значит, смотрите, здесь речь идет в принципе. О чем вот в этом стихе говорится? О людях, которые идут по, согласно наставлениям вед, касающихся карма-канды. Вот. В нашем случае, если мы практикующие преданные, неизбежно сначала мы практикуем карма мишра бхакти. То есть бхакти, смешанная с стремлением к присвоению результатов своего труда. Вот. Это немножко другое. То есть мы не изучаем те писания, которые изучают вот эти вот карми, да, или боги, которые привязаны к объектам чувственного наслаждения. Значит, мы не поклоняемся полубогам, как они. То есть мы не поклоняемся Дурге, Ганеше и всем прочим. Мы не хотим отправиться на райские планеты. Вот. Мы хотим идти к Кришне. Поэтому, в принципе, у нас другая ситуация. Это карма мишра бхакти. Вот. А как нам практиковать то, что называется нишкама карма йогу в Бхагавад-гите? Называется нишкама карма йога. То есть вручение Господу результатов своего труда без корыстного интереса. Это все анализируется в Бхагавад-гите в первых главах, особенно в третьей, в четвертой, в шестой чуть-чуть, и потом заключение дается в восемнадцатой. Вот, то есть, в принципе, действовать, как Арджуна, выполняя свой долг, и постепенно отводить чувства от объектов чувств, вручать их Кришне все больше и больше и больше. Это технически так называется аропа сидда бхакти. Аропа означает по наименованию. Вот, то есть, допустим, у меня есть какая-то деятельность, я садовод, или я там какой-нибудь водитель, что-нибудь я делаю, я могу эту деятельность использовать для Кришны, для начала. И затем все больше и больше и больше этой деятельности я вручаю Кришне. В конце концов, я всего себя вручаю Кришне. Это довольно высокий уровень шаранагати. И затем уже дальше становится все равно, что я делаю в социальном, в социальной жизни. Вот так. Поэтому вот такой путь. Я не знаю, насколько я ответил на ваш вопрос, более или менее. Можно я уточню? То есть он даже там не принимал, грубо говоря, если он, ну, как бы знал, что человек, у него человека нету цели в бхакти, он даже воду от него не принимал. Да, да, да. Что... А это Шанта Махарадж был, да? О, замечательно, и, я слышал, да, об этом. Даже, например, Гаура Кишора Даса Бабаджи, который тоже отвергал. То есть, ну, как бы, я смотрю, что на разных уровнях, правильно? То есть даже преданные, которые идут путем преданным, но всегда сохраняются запах материальных желаний, что, ну, некоторые вайшнавы даже сторонятся как бы даже таких потекающих преданных, да, то есть высокие преданные, высокого уровня преданные. Вот, то есть на каком уровне мне лично, например, да, я с кем я, ну, как бы, мне лучше общаться больше, меньше. Хорошо. Значит, прежде всего необходима возвышенная саду-санга. И у Дикша и Шикша Гуру мы спрашиваем, как нам практиковать. То есть они дают конкретное наставление именно нам, лично. Вот. Допустим, кто-то грехастха, и у него есть работа, есть соседи. Вот. И разные экстремальные ситуации. И порой, допустим, если мучает жажда, да, не грех было бы принять у кого-то стакан воды. Вот, понимаете, что? Потому что иначе, ну, будет обезвоживание и может обернуться проблемой для здоровья. Поэтому мы должны смотреть время, место, обстоятельства.
Вот. Если это ачарья, да, если он, у него большая ответственность по поддержанию матха, Шрила Шамта Махарадж, вот замечательный вайшнав. Вот, конечно, он строго следит за всеми стандартами. Это другой контекст. Также это более ранние времена, чем сейчас у нас. Сейчас очень-очень много людей, в особенности западных, начинают кришна-бхакти. Поэтому нужна какая-то поправка на это. Вот, как-то все это уладить, да, примирить. Вот. Хорошо. Мы еще потом обсудим, а сейчас мы продолжаем. Еще несколько стихов нам осталось. Майявади джана. Значит, здесь предостережение не общаться. С кем не общаться? С майявади тоже не общаться. Майявади джана кришнеда рамана мукта абхимани сей нанди вишва вайшнав. Ваштавира даса тава бхакти яша кенавада кичоу нирджана ахава. Майявади не могут понять Кришну. Они с гордостью считают себя освобожденными, при этом оскорбляют вайшнавов. О, ум, всегда молись о том, чтобы с любовью и преданностью служить вайшнавам. Зачем ты обременяешь себя уединением? Есть такие люди, называются майявади. Майя означает иллюзия. Они считают, что весь этот мир, материальный мир, это иллюзия. И, соответственно, все, что мы видим в этом мире, это преобразование вот этой вот иллюзии. Они говорят, что когда Кришна приходит в этот мир, чтобы быть ближе к людям, которые порабощены иллюзией, он принимает тело, которое также состоит из одной из материальных гун, сатва-гуны, да, чтобы быть ближе к людям. Вот. И они говорят, что джива или живое существо – это тоже брахман, тоже духовная единица, но покрыта иллюзией. Если это брахман, как он может быть покрыт иллюзией? Это ложная философия, потому что они отвергают сущность дживы. Джива – это отделенная частица, виббиннамша. Она несравненно малая и очень слабая, и поэтому она имеет тенденцию быть порабощенной материальными модусами, гунами материальной природы. Вот, поэтому общаться с майявади очень-очень вредно для нас, губительно, не просто вредно. С материалистами общаться вредно, а с майявади просто губительно. Поэтому уж лучше, да, общаться с какими-то материалистами, чем с майявади. Ката мукти вьягрьяна шрину кила сарватма гилани. Шрила Рагхунатха Даса Госвами говорит, не слушай катху о мукти, о безличном освобождении, потому что она подобна тигрице, она может заглотить гилани, заглотить общий корень, заглотить всю твою душу. А что будет с душой, которая заглочена тигрицей, семя бхакти, которое заглочено тигрицей и прошло через ее желудок, уже не прорастет. Джапангу вайрагья кохенни джатьяги сенапари кабхухайте вайшнава Харипада чари нирджаната бари лабхая кипала палгу севайбав. Те, кто имитирует отречение, никогда не станут вайшнавами. Точка. О ум, чего ты добьешься, если ради уединенного баджана оставишь служение лотосным стопам Шри Хари и вайшнавов? Твое чувство собственной исключительности всего лишь обман. Еще один удар. Оставляешь служение гуру и вайшнавов, уходишь из матха или уходишь даже из родной намахаты или еще чего-то ради того, чтобы сидеть где-то и заниматься так называемым уединенным баджаном. В итоге что? Камени, канака, камени, пратишта, вагини, желание к богатству, женщинам и чувство собственной исключительности придет в твое сердце, и ты отвергнешь общение гуру и вайшнавов в конечном итоге. Почему? Потому что ты не спрашивал даже своего гуру, что тебе делать. Самовольно сел где-то в углу и занимаешься так называемым баджаном. Радха дасья рахи чари бхога ахи пратишташа нахи киртана гаурав. Радха нитья джана таха джари мана кенава нирджана бхаджана кайтав. Утвердись в служении Шримати Радхике и сбрось с себя змею материальных наслаждений, которые вот-вот проглотят тебя. Желание славы и почестей не украдет твой киртан. Не украшает твой киртан. О ум, зачем обманывать себя практикой уединенного баджана, оставив общество вечных слушаний Мати Радхики? То есть, человек просто набрасывает на себя змею. Он думает, что это украшение.
в итоге он просто отвергает общение, то, которое наиболее благоприятно для бхакти, общение гуру и вайшнавов. Он уходит от гуру и вайшнавов, на самом деле уединяясь. Вот. Как я могу получать наставление вайшнавов? Как они могут меня корректировать, если ухожу от общения с ними? Ну вот поэтому. А если вынужденная бывает? Вынужденная — это другая статья. Разные могут быть мотивы, вынужденные. Все равно нужно искать общение. Если ты отвергаешь какое-то общение из-за того, что там какие-то аппаратхи происходят, нужно найти общение, где нет аппаратх. Вы, может быть, слышали, я думаю, что да, три качества садусанги. Какое должна быть садусанга? Общение с вайшнавами. Должно обладать тремя качествами. Какими? Первое – сваджатия. Одного и того же настроения. Снигда – любовное самоотношение. Сватоваре означает, или еще махаттара говорится, они должны быть старшими. То есть, снигда – любовное взаимоотношение. И сваджатия – значит того же самого настроения. То есть, они действительно любят вас. Они хотят вашего блага. Они хотят, чтобы вы прониклись тем же настроением, которое живет в их сердце, совершенно бескорыстно. Вайшнав — это абсолютная категория. Кришна, гуру и вайшнав — та же самая категория. От вайшнава не убудет, если он кому-то что-то даст. Один плюс один равно один. Он будет так счастлив, если он даст кому-то бхакти и так далее. Сердце вайшнава бездонно, его милость тоже. Вот. Могут быть разные варианты. Например, мы можем удивиться: о, если вайшнав может освободить весь мир, если он такой уникальный, универсальный, то почему иногда он хочет удалиться от людей? Бывает такое. Горкишор Дас Бабаджи Махарадж почему разбрасывал рыбьи кости вокруг своей лодки? Почему Гурудев говорил: о, я оставил Вриндаван, я так хочу быть во Вриндаване. Но я оставил Вриндаван ради вас, я приехал сюда на запад, я слушаю об ваших проблемах, я пытаюсь вам помочь в них разобраться и так далее, и так далее. Вот. Они находятся всегда на этой платформе непосредственного общения с Радой и Кришной. Они постоянно находятся там. Подходя к нам, они играют роль одного из нас, поэтому... Как Шрила Бхактивиданта Тривикрама Госвами Махарадж, мы вчера обсуждали, они могут дать хорошую затрещину ради нашего прогресса, ради нашего блага. Вот. Поэтому что здесь? Они вечные слуги Шримати Радыки. Если мы отвергаем их общение, мы отвергаем общение лотосных стоп Шримати Радыки. Вот и все. Просто. Мы ищем стопы Шримати Радыки там, где их нет. Потому что их нет в нашем уме. Мы думаем, я буду слушать, я буду в уме созерцать и так далее, и так далее. То есть, как сказать, буду слушать наставления гуру в сердце, буду созерцать в уме. Вы помните историю о том, как два джентльмена пришли к Джаганнату Дасу Бабаджи Махараджу на Сурья Кунде? А он... Вместо того, чтобы выполнить их просьбу, позволить им медитировать на игры Рады и Кришны, Аштакали и Лилу, он их занял посадкой баклажанов. Да, он сказал: идите в сад, вот там растут баклажаны, и присматривайте за ними. Я сказал: они пожаловались Шриле Бхактивинода Такуру. Слушай, у нас было свое хозяйство, вы знаете. У нас было свое хозяйство, мы растили эти баклажаны. Мы пришли сюда к Бабаджи, он опять нас отправил в сад растить баклажаны. Как это понять? Шрила Бхактивинода Такур сказал: такова ваша адикара. Такова ваша квалификация. Присматривать за баклажанами. Бринджан. Бринджан сева. Служение баклажанами. Вот. Ну, то есть, действительно, что-то делай практически, потому что это твоя квалификация, потому что у тебя карма адикара. Шрила Горговинда Махарадж, когда он проповедовал, он сказал: Шрила Бхактивинода с вами, Прабхупад, он говорил: у вас в основном карма адикара. Бхакти адикара очень редко у кого. Карма адикара, гьяна адикара. Бхакти адикара очень-очень трудно найти квалификацию для бхакти у кого-то. Поэтому бхакти квалификацию нужно растить через посадку баклажанов, через
руление баранки, через игру на гитаре. Кто что умеет. Называется Арупа Сидда Бхакти. Как сразу ты можешь Сварупа Сидда Бхакти делать? Уснешь просто. Просто это коллапс будет. Не сможешь сосредоточиться. Вот. Поэтому, насколько заблуждался тот преданный, который говорил, я совершал баджан, как Рагунат Дас Госвами. Ты уверен? Как Рагунат Дас Госвами ты медитировал на Аштакале Лилу, а потом она исчезла у тебя по какой-то причине. Да, что ты пал с Галоки. Невозможно. Скажите, я... У меня, может, опять неквалифицированный вопрос, но я услышал такое мнение, вот, что из храма одной женщины попросили уйти, потому что она, по первым прошлым, она хотела найти себе мужа. Я понимаю, что каждый мужчина должен желать стать монахом, но каждая женщина должна стать женой. Будешь ей искать мужа, если не в храме. Не найти. На самом деле есть очень много людей, которые живут дома и не монахи. Я имею в виду, у них нет шафрана. В храме живут те, у кого есть шафран. Вот этот цвет. Шафран – это младший саньяси. Брахмачари, шафрановый брахмачари – это младший саньяси. Такой, преданный в шафране, в Гаудия Матхи, уже не может жениться. Вот это довольно высоко, поэтому Махарадж так разгневался. Нет, ну просто, если белая Дхоти, пожалуйста, он может жениться. И там это нужно искать вне храма, в любом случае. Какие-нибудь намахаты, там, какие-нибудь соцсети и так далее. Пожалуйста. Вот, Рата Даси, у нас осталось два стиха. Враджа Васи Гана Прачара Кадхана Пратишта Байшука Тара Нахешава Праная читара сехиту прачара пратишташа ина Кришна гатхасаба. Жители Враджа, Вриндавана, единственные истинные проповедники в этом мире, поскольку они обладают сокровищем Кришна премы. Они не ищут мирского признания, ибо живут лишь своей любовью к Кришне. Когда они говорят о нем, их слова чисты, ибо не запятнаны к стремлениям к славе. Это вечные спутники и спутницы Кришны в духовном мире. Это те спутницы Кришны, которые приходят сюда в роли гуру и наставляют весь мир в баджане, чисто преданном служении Рады и Кришне. У них нет ничего своекорыстного, абсолютно. И они действительно обладают сокровищем Кришна Према, и они лучшие проповедники. Потому что если у тебя масса материальных желаний, как ты можешь совершать баджан и как ты можешь проповедовать? Почему? Потому что поэтому нужно всегда быть под руководством тех вайшнавов, которые 100% бриджабаси, у которых нет никаких интересов. Разве у гопи есть какие-то корыстные интересы? Помните, вчера мы вспомнили, как Шрила Тривикрама Махарадж однажды раздумывал о чем-то и потом вдруг сказал: «О, стопы Кришны такие мягкие». Но для Мучукунды это просто мягкость. А для Шримати Радыки и Гопи эти стопы мягкие, и они хотят сразу же им служить. Как? Всем своим телом. Они хотят, чтобы Кришна поставил свои стопы им на грудь. И они думают: «О, Кришна, стопы Кришны такие сладостные, такие нежные, а наши груди такие черствые и шершавые. Поэтому мы боимся, что Кришна просто будет испытывать неприятность». Вот так вот они думают. Есть ли в этом какое-то своекорыстие? Разве они говорят: «Мы хотим наслаждаться Кришной»? Вот мы думаем: «Мы хотим наслаждаться прасадом. Подадут ли сегодня мороженое на воскресной программе?» И так далее. Вот. Или: «Я повторяю 16 кругов, потому что иначе у меня плохая энергетика». Ну, для начала неплохо, понимаете? Повторяй Харе Кришна так или иначе, чтобы сын выздоровел, чтобы муж перестал пить, чтобы была хорошая энергетика в доме, чтобы привидения ушли, понимаете? Разные, как сказать, прикладные цели. Вот. Для начала неплохо. Вот. Это Сварупа Сидда Бхакти в определенной гуне, Раджас Тамас. Вот. Но в целом все должно освободиться. Все должно быть полностью свободно вот от этих корыстных вещей. Но не все сразу. Вот это очень хороший лозунг, как сказать, можно написать на клейкой бумажке на стене. Не все сразу или всему свое время. Это правда. Это правда.
Как та старая поговорка, она, конечно, из другой линии, но хорошая поговорка. Когда приходит весна, трава вырастает сама. Ой, хорошо. Действительно. Когда солнце восходит, оно восходит. Это факт. Никто не будет отрицать. Какой-нибудь томасичный человек, я не знаю, пьяница или что. Уйди, солнечный свет, не хочу. Занавешивает. Хочу дальше спать. Но это... Серьезно? Сильно светит ярко. Да. Вам нужно обратить внимание на свой баджан, Прабху. Что я хочу сказать? Естественный процесс, оно приходит само, поэтому никто не будет спорить с природой, никто не будет отрицать. Вот сейчас мы не протестуем против зимы. Вот давайте выйдем с пикетом, с плакатами. Зима пошла прочь. Сразу начнем болеть, правильно. Будет реакция. Сразу же заморозимся немножко. Кто постоянно жалуется на погоду, болеет. Да, постоянно болеет. Нос превращается в сосульку. Ой, как хорошо. Антизимних митингов. Это невозможно. Поэтому... Или выйти в солнечный свет, это жара, уходи. Ничего не будет. Лучше санкиртану совершить, все сразу пойдет. Дождь пойдет, когда засуха, мороз уйдет, когда завтра он придет, говорят, но потом уйдет. Уже сейчас. Да, уже сейчас. Вот, поэтому. Да. Живут лишь своей любовью. И, наконец, последний стих, завершающий. Шрида ита даса киртане те яша коро учай свари хари намараба киртана прабаве смарана свабаве секале баджана нирджана самбава. Шридайта дас, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, покорный слуга Шри Радхи и ее возлюбленного Кришны, громко поет святое имя Шри Хари, уповая на киртану, потому что киртана приводит к смаране, только тогда будет возможно совершать уединенный баджан. Тут очень глубокая мысль заложена. Киртан — это все. Это главный метод бхакти, Сарвасрешта Нама Санкиртан. И киртан приводит к смарани, шраване тоже, то есть слушанию и памятованию. И когда есть памятование, которое естественно, вот тогда ты можешь сидеть, совершать уединенный баджан и памятовать игры Рады и Кришны. Когда я поехал к Гурудеву в 2003 году в Англию, в Бирмингеме, Гурудев говорил по баджана Рахаси, по-моему, вторая яма или третья. И он говорил, когда мы, я поймал эту мысль, когда мы воспеваем святое имя, мы должны памятовать об играх Кришны. Точка. Вот это вот. Баджана Рахаси. Действительно памятовать. Но сейчас как мы будем памятовать? А вот о чем нам памятовать, когда мы повторяем Хари Кришна Махамантру? Это один из самых популярных вопросов, которые задают вайшнавам. Вот и что они отвечают? Сейчас мы памятуем о чем? О святой обители, прежде всего. Вот почему мы всех так агитируем. Езжайте в святую Дхамму, пройдите парикраму, служите вайшнавам там, наработайте эти заслуги сукрити. Тогда будет легче памятовать, потому что иначе что? Ну, мы слушаем, конечно, звук, вот, мы помним о Гурудеве сколько-то. Вот, но вы знаете, определенные вещи, определенные виды бхакти можно совершать только там, во врадже. Вот честное слово, это действительно, это госвами говорят, это факт. Ну, например, ты обходишь Говардан, обходишь Вриндаван, да, и во время этого ты повторяешь святое имя. Ты нигде не будешь этого, не сможешь этого делать. Даже, ну, дома, конечно, если у тебя там Раджшила, мало у кого, но это, конечно, как модель, да, сказать, заграничная модель. Вот, но это самскара, которая неповторима. А если ты в саду отправляешься туда, вокруг Говардана, вокруг Вриндавана, Рада Кунда, Шьяма Кунда, Кешигат, Вамшибат, все эти места. Вот. Это совершенно неповторимо. Мы помним, как мы ходили с Гурудевом, еще чуть-чуть раньше с Шрилой Бхактивалабх Тиртхой Махараджем, да, там пару дней, да, и так далее. С саду, сейчас с нашими Шикши Гуру, да, с Махараджем, с Диди, мы идем. Вот. В итоге, какие самскарища, это просто, это такой повод для памятования. Поэтому Гурудев, когда он давал харинаму, когда он давал четки, он давал наставления, всегда говорил, помни, я во Вриндаване. Вот по повторению святого имени, Гурудев, самое важное, что он говорил, помни, я во Вриндаване. Всегда думай, я во Вриндаване. Ему натечет сладостно, когда Гурудев давал инициацию во Вриндаване, он показывал через окно и говорит, ему натечет сладостно, кал-кал-кал, вот как здесь. Он так показывал рукой, вот как здесь, понимаете, как. Шри Гуру дает Вриндаван. Вот это. Я вам хочу рассказать пару
замечательных историй, которые правдивые истории из жизни преданных, двух преданных, которые пережили, ну, мини-клиническую смерть, скажем так. А вот Гопинат Прабу, который построил Гопинат Баван во Вриндаване, да, у него была, в общем, серьезная проблема со здоровьем, в итоге он потерял ногу, знаете. Какая-то инфекция, в общем, ему ампутировали ногу целую. Вот. И он был, я слышал, в этой, в общем, между там и там. Сразу же он попал во Вриндаван. Сразу же он попал во Вриндаван, преданный, понимаете? Который храм построил во Вриндаване, Сева, Гурудева, все. Сразу же он очутился во Вриндаване. Сразу же Шрила Гурудев дал ему даршан и повел, и рассказал, и все, вы понимаете? Теперь смотрите, одна преданная из Польши, которая уже немножечко в годах, вот, но она бойко держится, хорошо держится, моя духовная сестра. И как-то раз после парикрамы она полетела в Польшу, и вдруг жуткий приступ поджелудочной железы. Забрали в скорую, вот, и она была между там и там тоже, говорит, я чуть не оставила тело, но, говорит, мне, говорит, стали показывать фильм моей жизни сразу же. И, говорит, сразу же я попал во Вриндаван, потому что я только что там была. Сразу же по всем местам Вриндавана с Гурудевом. Все. Говорит, я увидел это сразу же. Ну и потом меня оставили, понимаете как. Наш Шикшигура Пуджапад Бхактивинода Мадхусудана Махарадж сказал одну вещь. Говорит, просто потому что у человека Расика Вайшнав Гуру. Враджа Расика Вайшнав. Просто поэтому. Если он, ну, как-то следует, скажем так, средне следует процессу, ну, следует. Просто в следующей жизни он родится во Вриндаване. Вот и все. Просто. Вот такая вещь. Это очень-очень мощная самскара, может быть. Поэтому вот о чем мы помним, когда мы повторяем Хари Кришна, мы помним о Вриндаване. О том, которое мы видели. Помнить нужно честно, то, о чем мы видели. Иногда нас спрашивают, вот, а может быть нужно представлять себе Кришну, представлять себе Махапрабху. Ну как ты можешь представлять, тот, что ты ничего не видел? Ладно, ты там фильм посмотрел, я не знаю, какой-нибудь Кришна-лила, Рама-лила, что-нибудь, Гаура-лила. Вот. А так просто представлять, это ж можно, знаете как, неудачные, да, с ума сойти именно, как неудачливые медитаторы, да, которые себе ауры прорывают и так далее. То есть можно этим закончить. Поэтому все должно быть соразмеренно, все должно быть естественно. Бхакти – очень естественный процесс. А как же такой процесс, когда мы слышали от гуру и никогда не были во Вриндаване и можем себе представить его словами? Я понимаю. Вопрос, значит, мы были во Вриндаване так или иначе, потому что мы общались с ним. И он взял нас во Вриндаван в течение там этих 5 дней фестиваля. Вот. Он взял нас во Вриндаване просто в течение одного даршана. Одним взглядом он нас взял во Вриндаван. Один взгляд. Если мы касались стоп, да, его Вриндаван. Там мы были во Вриндаване, да? Саду может дать благословение 3 способами. Хардик, вачик, алокдан. Хардик означает сердцем, вачик означает словом, алокдан значит взглядом. Этими 3 способами Гурудев может дать. Бриджабасу, жизнь во Вриндаване. И уже здесь у нас есть какая-то крупица этого впечатления. Вот. Но в наших интересах углублять, не сидеть на месте. Что-то сделать. Если нужны средства, окей, нужно добыть средства, нужно. Мы очень просим, попытайтесь побывать во Вриндаване, служить там Вайшнавам, Шри Гуру и Вайшнавам. И тогда Хари Кришна, повторение Хари Кришна Махамантры будет совершенно на другом уровне. Тогда мирское не будет нас отвлекать, и все больше и больше мы будем ближе, то есть все ближе и ближе мы будем к реальности Вриндавана. Просто закрыть глаза и вспоминать о Вриндаване. Со мной Вриндаван. Я помню, как все это во Вриндаване, мой Гурудев во Вриндаване. Такое-то место во Вриндаване. Сева кунжвам шиват кешигат снидуван. Все это во Вриндаване. Такие-то божества, все. Навадвип, Пури, все эти места. Вот. И наставление Гурудева, даршан Гурудева и так далее, и так далее. Думать о Гурудеве, это естественно для нас, потому что через Гурудева мы сможем помнить о Гауранге, помнить о Кришне. Очень важный вопрос, интересный. Феномен лауля, жажды. Лаулем. Да, лауля, жажды, и, например, все ачарьи, эти ксавалсы, они практически говорят, что только лишь это может привести человека. Жадность, да. Да, ну вот интересные трактовки.
старший, опытный служащий садху сориентирует. Дело в том, что вот некоторые неправильно, мне кажется, представляют, что Шиддхар Махарадж Джамалурим, это значит пытаться забраться сразу на вершину дерева, не соответствуя этому, и медитировать, ну, к примеру, там, на Аштакалилилу, то есть полностью себя дисквалифицировать или действительно опытными вайшнавами и так далее. А Шрила Шиддхар Махарадж говорит, что если у человека есть подлинный лауля, он как раз будет среди преданных, выполнять наставления Гурудева и находиться по другому. То есть лауля, вайшнава, сева, и как бы все связано с выполнением с этой. Да, совершенно верно. Значит, в 99-м году, когда мы только пришли, я только пришел к Гурудеву, Гурудев давал один даршан, и он сказал: «Я знаю некоторых девушек, которые живут во Вриндаване, и они пытаются медитировать на Аштакалилу. Я не знаю, что они делают. Им нужно изучать Бхагавад-гиту», он сказал. В одном доме я увидел на стене вот распечатанную Аштакалилилу, действительно, что Кришна делает, что Рада делает в это время. Это очень-очень сокровенно. Ну, конечно, мы читаем Бхаджана Рахасию. Конечно же, в конце каждой главы Бхаджана Рахасии, каждой ямы, один стих из Говинда Лиламриты, где краткое изложение того, что Рада и Кришна делают вот именно в этот промежуток времени, да? Согласно тому, как медитируют джата рати вайшнавы, то есть у которых пробудилась бхава, пробудилось экстатическое чувство. Но пока этого нет, да, у нас должна быть жадность, конечно, но эта жадность проявляется через саду-сангу, и затем она культивируется путем регулируемой практики, да, садан, баджан, пение, молитвы. Чтобы эта жадность пришла в мое сердце. Как мне сделать, чтобы это пришло в мое сердце? Я знаю, что этого сейчас у меня нет. Быть честным к самому себе. Положить руку на сердце. Что у тебя в сердце? Что у тебя на уме? Окей, тогда нужно петь эти баджаны, молиться вайшнавам, чтобы это ушло. И по милости вайшнавов, Такураджи сделает так, божество сделает так, что это уйдет. Вот, поэтому Халалим, да, конечно, Шри Рай Рамананда, он процитировал этот стих: «Кришна Бхакти Раса Бхавита Мати Криятам Йоти Кутопи Лабьяти Татра Лаулиям Апи Мульям Экалам Джатма Коти Сукритарина Лабьяти». Если есть, присутствует где-то Бхакти Раса, то есть если есть вайшнав где-то, который говорит Харикатху, пропитанную Бхакти Расой, немедленно обрети это. За любую цену. Но подлинная цена – это лаулия или жадность. И эту жадность невозможно получить, если ты выполняешь регулируемое преданное служение миллионы жизней. Строишь храмы, распространяешь книги. Вот. Поэтому вот насколько важно вот это общение? Потому что это общение может привести к возникновению лаулиям в сердце. И лаулиям у нас уже есть сейчас, вы знаете. Но в очень миниатюрных размерах. Очень зыбкая. А? Абхаз, да, тень. Очень такое непостоянное. Поэтому наша задача просто оградить вот этот росток, оградить, держать его в тепле, чтобы он не завял, не дай бог. Чтобы какой-нибудь зверь не пришел, не вырвал его с корнем. Поэтому вот это вот. Бхакти, в принципе, оно основано на лауле. Вот это бхакти в линии Шри Чайтани Махапрабху, которая ведет на Голока Вриндавану. Гурудев упоминал такой термин, как «Рагануга Правритти Вайди». То есть Вайди сейчас мы выполняем, но с желанием развития Рагануга Бхакти, спонтанного преданного служения. Ну, вот так. Хорошо. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Прабхупада Ки Джай. Да. Я знаю, мы уже, как сказать, вопросы из Ишварапури Прабху. А вот по этой песне можно сказать, что до Бхакти Сиддханты Сарасвати большинство вайшнавов все-таки, похоже, практиковали уединенное бхаджан. И он здесь как бы против этого. Не против них, но против такого бхаджана. Можно это так трактовать, что адхикар людей уже не соответствует. Этот бхаджан посвящен практикующим вайшнавам широкого профиля. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупад организовал Гаудиамат специально для этого, для массового вовлечения людей в практику бхакти, соответственно, баджана. Бхакти значит баджан в основном. Да.
То есть, если это Хари Кришна преданный, значит, он повторяет святые имена, ну, естественно. Вот. А как повторять? Ответ такой в саду-санге. Соразмеренно своей квалификации, естественным образом, не перешагивая через свою адикару, квалификацию, не переоценивая себя, не будучи самонадеянным, не будучи независимым, всегда будучи в анугате под руководством подлинных вайшнавов. Вот все, чего мы хотим, действительно. Поэтому я очень-очень рад. Я давно хотел вообще петь эту песню, прочитать и разобрать с преданными. Махарадж Ашиабурда находится в лилах Махапрабху? Абсолютно. Всегда. Он вечно в них находится? Читание Лиламрита Сарасарам. В его пранама мантре звучит. Читание Лиламрита Сарасарам. Он знает саму суть лил Махапрабху. А что это означает? Конечно, он там. Дело в том, что гаудии, они получают две сварупы всегда. На Шветадвипе, в лилах Гауранги и на Галока Вриндаване. Поэтому Гурудев... Махапрабхур киртана нритья гита вадитрама дьян манасурасена романчакам пашру габаджу ванде гуру шри чарана. Вопрос был в том, что а если то есть он находится в играх Махапрабху, то примерно где, ну, где он находится, с кем он? Ну как бы хотя бы это вопрос, есть какое-то понимание? Это вопрос не для моих дикары, я не знаю. Я помню только Гурудева, который был здесь, на земле. Вот. С кем он там путешествует? Я прошу прощения, Шитара Матраджа решил, это и есть слово Махапрабудила, просто она продолжает. Да, это вечные спутники, они как бы продолжают, поэтому мы видим его уже в Махапрабудиле. Да, это хороший ответ, действительно. В Москве, это Шитара Махарадж говорит. То есть они продолжают, просто мы находимся в Махамае, мы это видим, но они на самом деле постоянно. Да. Вы как бы и видели Гурудева, как раз Махапрабху, потому что Радха Кришна Юрия. Спасибо, стоит. Спасибо. То есть мы можем, когда, если мы попадем когда-то в лилу Махапрабху, можем встретить Гурудева, да? Мы встречали его уже, дело в том, что, но в Пракрита, Праката, то есть в трансцендентных лилах, конечно, мы тоже окажемся, и можно будет... Под его руководством будет там, да? Абсолютно, да. То есть руководство никогда не меняется, да? То есть да. В лилах Махапрабху мы находимся под руководством. Всегда руководство Гурудева, всегда. Классно, да? Всегда. А вот еще вопрос, что там вот эта девушка пришла в храм, и ее... Сразу же. Пури Махарадж отправил. То есть, ну, был такой вот комментарий к этому, что, ну, а где им искать мужа, они же преданного хотят, да? А можно сказать, что это, ну, такой подход, что человек приходит в храм в поисках мужа, что он противоречит чистому преданному служению? То есть, как бы, то есть, покрыто, получается, кармой, да? Ну да. И Махарадж, есть... как бы, наверное, хотел подчеркнуть, что то есть, в первую очередь человек должен искать бабку. Да, нет, уже. Вы знаете, просто существует непонимание вот этого шафранового цвета. Потому что в Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупад в Искон, он ввел этот цвет, но любой брахмачарий в любой момент мог жениться. Вот. А когда ты приходишь в Гаудия Мат, этот цвет, он уже пожизненный. Вот и все. Это разница. Порой люди не понимают. Просто у нее не было понимания, она же не специально хотела там вот совратить кого-то. Может, она искала мужа, который с дома ушел и сидел там на катке? Нет, нет, тут другое. Он наверняка увидел саму суть вопроса. То есть саду не может ошибаться, поэтому хорошо. Окей, еще что-то. Мы очень благодарны с Ишаном, очень благодарны всем преданным в Харькове, в Харипуре. Большое спасибо. Ачютананди Прабху, Наташе, всем преданным, которые приняли нас, позаботились опять о нас, бедных странниках. Мы всегда помним о вас и надеемся в августе что-то даст. Два раза в год, хорошо. Большое спасибо. Мы действительно очень счастливы, и мы попытаемся опять уговорить Пуджапад Шудвайти Махарадж, чтобы он заехал к вам, чтобы был киртан гораздо громче нашего и общение гораздо глубже нашего. Вот. И Нами Махарадж может приехать к вам. И кто-то еще, вы смотрите, Пуджапад Бадаян Махарадж, кто-то еще. Вот. Но факт тот, что от нас зависит, так как я русскоязычный, да, Гурудев сказал мне присматривать за русскоязычным сектором. Прежде всего, хотя, конечно, в последнее время немножко география расширилась, там и Китай, и все прочее.
English speaking тоже немножко есть. Хали Кришна. А? Хали Кришна в Китае говорит. Хали Кришна. Да. Так что огромное спасибо за все. Этот приезд был немножко коротким. Но в следующий раз все продолжается. Мы желаем еще раз вам очень содержательной, теплой, горячей Вьяса Пуджи послезавтра. И смотрите, если как сказать, в записи, после вашей Вьяса Пуджи можете смотреть в записи нашу из Тернополя. Нитай Гор Преманандея, Шила Гурудева Ки Джай. Сейчас мы проведем Гаурарати и раздадим просад. Спасибо.